Ну, это СФЗ уже вряд ли отпустят. Я не знаю, что Нави должны сделать. Так, Хвостевич забегает, юзает Саманта Стайл от Ямахи, и... Он был бы какой-то башер, залезает он. Троид моментально тэпает на базу. Ну, Хвост здесь может очень долго. Так, а он сейчас подчинит крипа какого-то, этот крип сдохнет? Ну, долго он будет подчинять, там КД все-таки не слишком быстрый, и, может быть, этот тролль был вызван самым первым, так что это надо платить. Давай, давай. За команду. Я не буду это крепить. Лол, смотри, команда все побегает. В смысле? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Если не уйдет, это будет такой рофл. Не-не-не-не. Жесть какая-то. Нет, он... как они поверили, как они повелись на это? Ты что?